Махашиваратри. В грядущие годы эта 34-метровая статуя Адийоги, Йогешварлинга, станет местом, привлекающим всех, источником вдохновения для всех. Ишаграмотсавам. Отдельного упоминания заслуживают женщины. Они доказали, что их деятельность не сводится лишь к заботам по дому, готовке, работе в поле и так далее. Они могут участвовать в соревнованиях и побеждать. Иша Чола Трофи. Садхгуру, для меня это честь сидеть перед вами и иметь возможность беседовать с вами. Берлин. Малайзия. Есть много слоев и измерений жизни. Вам потребуется внимание, чтобы проникнуть вглубь и постичь суть. Сингапур. Дубай. Что вы думаете о морали и честности? У меня нет ни того, ни другого. Я действую, руководствуясь своей человечностью. Хорошо сказано. Гонконг, Inner Engineering. Стоя на платформе своей человечности, я стараюсь прикоснуться к моей божественной природе. Так я живу. Нейвели. В пограничных войсках вели занятия йогой вместо физической подготовки. Весь мир обращается к опыту Индии в поисках внутреннего благополучия. Наши солдаты и офицеры должны наилучшим образом управлять своим разумом и тем, что у них внутри. Наши войска должны обладать этой способностью, так как работа, которую они выполняют, крайне важна для нашей страны. Садхгуру получает Падма Вибушин. Все 4000 волонтеров на постоянной основе, которые трудились здесь, и более 7 миллионов волонтеров, которые оказывали нам поддержку, сделали очень много. Они вкладывали свои собственные деньги и количество времени и усилий, которые они вложили. Думаю, для всех них это признание того, что для страны их усилия не остались незамеченными. Мумбай. Россия. Музей науки, Лондон. Прежде всего, нужно работать с учеными. Ученые должны работать над собой, чтобы изменить себя к лучшему. Не пытаясь улучшить этот механизм, который является основой восприятия, вы пытаетесь улучшить все остальное. Разве это возможно? От того, в каком состоянии пребываете вы сами, зависит и ваше восприятие. Студенты Индийского института технологий, Дели. Обучение в технологическом институте нужно не только для того, чтобы найти работу или уехать из страны. Это должно стать способом создания жизни, способом сделать жизнь лучше, чем она есть сейчас. Это и есть основная обязанность нашего поколения. Вы считаете себя политиком? Вы хотите, чтобы я выдвинул свою кандидатуру на выборах? Нет, я этого не сделаю. Мои выборы происходят в сердцах и умах людей, а не в урнах для голосования. Садхгуру, я совершил ошибку. Моя ошибка в том, что я строю студию для нашего канала «Репаблик» в районе Нижний Парель. Подскажите мне путь к холму Чамунди. Я могу сделать так, чтобы с вами это произошло, где бы вы ни находились. Впервые за 70 лет голоса всех партий, вне зависимости от их идеологии, слились в один голос и сплотились в поддержку возрождения наших рек. Мы хотим, чтобы это произошло по-праздничному, радостно. Пообещайте мне, что вы не уничтожите Карнатаку. Политические лидеры страны ясно дают понять, что они оставили в стороне личные взгляды и убеждения. Вся страна отозвалась, СМИ отозвались, все национальные звезды кино и спорта отозвались. Я думаю, что они сделали большой вклад. Мы хотим поздравить и выразить нашу благодарность всем им. И, конечно, все вы, волонтеры Иши по всей стране. Должен сказать, что вы довольно сумасшедшие люди. Это хорошая квалификация. Мы должны сделать это реальностью, Мумбаи.
Международный день йоги. Наша задача в том, чтобы все, что необходимо для благополучия человека, было в его собственных руках. Не в руках организаций, священников, гуру, но в руках каждого человека. Воспользуйтесь этой возможностью и воплотите ее в реальность. Сделайте лучше свою жизнь и жизни вокруг вас. Для меня вы — воплощение целей устойчивого развития. Поскольку хотя этих целей 17, все они сводятся к заботе о двух вещах — людях и планете. Улучшение жизни людей и защита планеты — вот ваша миссия. Большое спасибо вам, люди и планета. Мир полный любви, света и смеха. Время пришло. Воплотим это в жизнь.